Налог на имущество физических лиц. Что меняется и кто со следующего года будет платить больше? Вопрос был вынесен на обсуждение в Ивановской городской думе. Согласно изменениям в законодательстве, налог будет взиматься с владельцев, исходя из кадастровой стоимости объектов. Для населения вводятся ставки от 0,1 до 0,3. В полном объеме сумма уйдет в бюджет города. Сам налог значительно не подрастет. Сейчас данный вид сбора приносит в бюджет 60 миллионов рублей. В будущем сумма увеличится на 15 миллионов рублей. А в основном увеличится налог для физических лиц, у которых квартиры более 5 миллионов рублей. Для квартир таких, как Брежневки, Хрущевки, малогабаритные квартиры, налог со 100, там, предположим, 20 рублей поднимется до 200 рублей. Я думаю, что увеличение кажется вроде на 100%, но в абсолютных цифрах оно незначительно, в том числе и для поступления в бюджет.